Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем снуд из комплекта. Для него мне понадобилось 200 граммов пряжи, 110 метров в 100 граммах. Я не буду показывать, вернее, я могу показать, но вы не купите эту пряжу. Ориентируйтесь на плотность. 110 метров 100 граммов. Достаточно плотная, толстая, объемная, мягкая, при том очень. 30% шерсти в этой пряжечке. Вот так вот, значит, 200 граммов. Если вот таких вот 4 мотка по 50 граммов, если по 100 грамм моток, то 2. И крючок 8 миллиметров, достаточно толстый, большой крючок. Изделие у нас состоит из вот такого вот прямоугла, 38 сантиметров ширина и длина 47 сантиметров. Для начала объясню вам. Для вязания я набирала 40 воздушных петель и вязала первый ряд столбиком без накида. И далее все вязание у нас состоит из столбиков с накидом за заднюю сторону. И набираю цепочку. Так, вот эту петлю пропускаю и следующий вяжу столбик без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема и вязание продолжаю. Вот эту петлю подъема пропускаю, следующую петлю, но за заднюю стенку. Видите, столбик без накида за заднюю стенку. Снова воздушная петля подъема, поворачиваемся и со второй петли начинаем вязание. То есть первый и второй, все ряды у нас одинаковые. Когда я связала вот такое вот полотно этим узором, просто складываю его пополам. Здесь у нас нет лицевой стороны, нет у нас изнаночной стороны, все у нас одинаково. Как можно аккуратнее сшиваем и сшиваем по всей длине. Вот так вот сшиваю до конца вот этот чулок такой. Вот смотрите, сшила я снудик. Теперь делаем отворотик. И вот такой вот прекрасный, теплый, мягкий, объемный, такой уютный снуд у нас получился. Или снуд, или манишка, вот как хотите, так и называйте. Все компоненты комплекта у меня на канале. Не забываем подписываться на инстаграм, там я выкладываю все то, что не попадает в YouTube. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока.